Но я сейчас хочу сказать, обратиться до министра обороны Сергея Шойгу, начальников генерального штаба и всех остальных, чтобы они встретились с Пригожиным и нашли общий язык, чтобы не допускать между нами каких-то недопониманий. Поэтому этого не должно быть и не будет, я уверен. Я обращаюсь к Евгению Пригожину, моему брату, чтобы он не поддавался на всякие провокации. У нас, как по закону, сын за отца не отвечает, и отец за сына не отвечает, и за зятя не отвечает. Пусть они будут жить счастливо, в том, что где-то что-то не так, уже это не вина, нового руководителя. Если руководитель сам занимается, на месте, достойно, правильно, то остальным вопросом не должно быть. Главное, чтобы вели нас по правильному пути победы, и тогда у нас у никого не возникнет вопросов, и если Бахмут, брат, ты оставишь, то твой брат, младший брат Рамзан Кадыров заменит тебя, мы не должны просто так отдавать то, что большими потерями было захвачено, большинство территории Бахмута. Поэтому прошу по-братски дальше не поддаваться на провокации, встретиться на любых условиях. Ты знаешь, что у нас нет снарядов, и у других есть, потому что они вовремя получили. Но у нас все будет. И снаряды, и техника, и все. Это вопрос времени. Я еще раз говорю, что чтобы поменять 30 пушек, я обратился к генеральному штабу, министру обороны, и в конце концов дошел до верховного командующего и поменял. И получил те необходимые снаряды, патроны, и дальше мы не останавливались, у нас получилось вести бои более эффективно, поэтому как говорится, бой продолжается, мы идем победному завершению, так что Сергей Газукетович, Евгений, мой брат, найдите общий язык, а то настроение у общества, уже падает дух, когда такие великие люди начинают спорить о общении не стоящих вопросов. Я прошу, чтобы вы поняли друг друга и обнялись, дали руку друг другу, и дальше начали воевать, забирать нашу территорию. А мы всегда рядом, вместе, впереди, где вы скажете. Ахмад, сила, Россия, мощь, мы победим. Аллаху Акбар.